Франции в одном сейфе лежит расписка, по которой все имущество принадлежит мне. Если расписка у нас, все, это уже не ограбление. У меня только один вопрос. Мы как попадем в банк? Это был мой банк, сынок. Считается одним из самых надежных в мире. С опытом боевых действий кто-нибудь есть? Начальник службы безопасности. Вот он реально крутой. Смотрите в видеотеке Иви на Картина ТВ.